передачу получил, покатил на партнера. Это Николич, Шитов, прострел. Иванову не позволили ударить. Удар, 4-0! 4-0, сейчас Алайза. Динамо поймала «Зенит» на контратаке. Поймала и забила. Еще тоже 4-0. Это невероятно. Момент, нашел этот момент. Нашел его и пробил. И пробил же как здорово и вновь. Но Юрию Ладыгину, пускай он и из команды соперницы, можно здесь только посочувствовать. У тебя есть возможность повтор увидеть. Может быть, обсуди его с нашими телезрителями. Здорово. 4-0. Конечно. Вот мы видим, наблюдаем за тем, как от Филиппа Иванова мяч отлетает прямо на ногу Уроша Николича. А тот мяч здорово поймал. И в одно касание в угол. И как будто не видел этот момент удара Ладыгин. Не успел он среагировать. И, пожалуйста, 4-0.